Многие задаются вопросом, как часто менять постельное белье. Универсального ответа на самом деле на данный вопрос не существует. Вот. Конечно же, ответ по мере загрязнения вас не устроит. А как часто меняю белье я? Наволочки я меняю раз в неделю. Простыню или простынь, да? Это тема отдельного видео насчет произношения данного слова. Я меняю раз в 2 недели, а пододеяльник меняю раз в 4 недели. Вы можете в интернете прочитать рекомендации менять более часто, но на самом деле это все проплачено производителями моющих и стиральных средств, чтобы они их больше тратили, да, те, кто употребляет данные моющие средства, и росли прибыли этих производителей. Дальше, соответственно, если вы не меняете достаточно часто подушки, точнее наволочки, да, на подушках, то подушки загрязняются, и на них образуются вот такие вот неприятные пятна. И как раз на моем канале вы можете посмотреть отдельное видео, как стирать пуховые подушки, подушки с перьевым наполнителем в стиральной машине. Также на моем канале вы можете посмотреть отдельное видео, отзыв про вот эту вот интересную кровать и о матрасах. Спасибо большое, подписывайтесь от моего канала, ставьте дизлайк, до свидания.